Следуйте этому пошаговому руководству по установке, чтобы легко установить ваше новое изделие Гроя. В комплект входят следующие компоненты. Проверьте правильность расположения уплотнений в шланге. Если они отсутствуют, установите паранитовые или резиновые уплотнения. Привинтите меньшую гайку шланга к смесителю. Привинтите большую гайку шланга к ручному душу. Проверьте, нормально ли работает ручной душ. Поздравляем, вы закончили установку вашего нового изделия Гроя. Обратитесь к другим нашим руководствам по установке и откройте для себя все наши изделия на сайте groya.com/ru.